2016 год будет интересным, запоминающимся и весьма разнообразным. Он характерен тем, что материальные ценности, желание победить, поиск чувственных удовольствий, стремление к комфорту станут главными целями. Для бизнеса этот год будет довольно трудным. Тем, кто хочет добиться успеха, придется приложить старания. Мелкие преграды, несогласованность, неожиданные взлеты и падения могут вывести из равновесия, спровоцировать на неверные решения. Придется сдерживать порывы, сохранять спокойствие, быть терпеливыми. Нежелательно в 2016 году влезать в долги, брать большие кредиты. Их будет очень трудно погашать. Стоит умерить свои аппетиты и не тратить средства на ненужные вещи. Некоторых ждет смена не только работы, но и сферы деятельности. Любовь у всех знаков зодиака в 2016 году окажется на подъеме. Хотя этот год принесет многим парам проверку на прочность. Те, кто справится с проблемами во взаимопонимании, сумеют противостоять всем проблемам внешнего характера. В январе 2016 года обострится ситуация в семейной жизни или в делах, связанных с деловыми партнерами. В этот период не стоит начинать поиск новой работы, решать стратегические задачи, запускать свежие проекты. Пожалуй, одним из наиболее проблемных периодов будет весна 2016-го. Марс и Сатурн, совершающие попятные движения, окажут разрушительное влияние на многие сферы жизни и на обстановку в целом. Есть риск совершить куда больше ошибок, чем следовало бы. Начало лета, июнь и период середины июля тоже не самое удачное время в этом году. Но все же появятся хорошие перспективы для улучшения личной жизни. Август выдастся более спокойным. Можно начинать работу над новыми профессиональными проектами. Осенние месяцы принесут гораздо больше возможностей во многие сферы жизни. В сентябре появятся многочисленные перспективы. В это время можно будет положиться и на союзников, и даже на тех, кто не станет спешить на помощь. Интеллектуальные возможности заметно увеличатся. В отношении с близкими людьми есть вероятность появления разногласий, но благодаря взаимному уважению и очень теплым чувствам все споры решатся быстро и мирно. Октябрь еще лучше подходит для продвижения на любовном фронте. Тем, кто находится в поиске семейного счастья, в этот период может улыбнуться удача. Хороший месяц для производства, бизнеса, занятий предпринимательской деятельностью. Деньги будут неожиданно поступать из источников, которые раньше не работали. Положительные тенденции сохранятся и в ноябре, только действовать придется с большим напором. В этот период удача улыбнется тем, кто занят в сферах проектирования, программирования, дизайна, медицины. Подходит это время и для начала крупных проектов, поиска влиятельных союзников или деловых партнеров. Первый месяц зимы очень удачен для поездок и начала длительных путешествий. Творческие люди получат, наконец, возможности для самовыражения, а вдохновение окажется их частым спутником. Овен. Этот год может принести изменения в вашу профессиональную деятельность. Некоторые представители знака сумеют найти более перспективную работу. Однако практически в любом действии придется прилагать дополнительные усилия, чтобы достичь, чего хочется. В семейной жизни резких перемен не ожидается. Телец. Хотя жизнь станет развиваться по верному пути, чтобы получить желаемое, придется приложить изрядные старания. Год не обойдется без трудностей, но преодоление их поможет вам стать сильнее и приобрести неоценимый опыт. Личная жизнь в основном счастливая, особенно если вы будете лояльны к любимому человеку. Близнецы. Общение с интересными людьми поможет многим стать лучше и опытнее. Этот год принесет избавление от многих заблуждений и иллюзий, связанных как с профессиональной деятельностью, так и с личными отношениями. Для некоторых он ознаменуется пополнением в семействе. Рак. Несмотря на трудности в делах, многие сумеют добиться успеха в движении по карьерной лестнице. Главное – иметь терпение и не стараться форсировать события. Начало года может принести проблемы, связанные с обострением хронических заболеваний. Лев. Неоднозначный год ждет большинство представителей знака. Периодические неудачи будут сопровождаться периодами повышенной активности, когда вы способны легко наверстывать упущенное. Главное – не потерять веру в себя. Более благоприятным окажется осенний период. Дева. В первой половине года появятся возможности для карьерного роста, расширения деятельности. Однако вы можете упустить благоприятные моменты из-за необходимости заниматься делами семьи. Есть вероятность потерь из-за действий недоброжелателей. Начиная с середины лета ситуация смягчится, но проблемы полностью не исчезнут. Весы. Год принесет популярность тем, кто хочет добиться успеха в общественной жизни. Вторая половина 2016-го окажется благоприятной для расширения деятельности, учебы, карьерного роста. В личной жизни, хотя и найдется место неожиданностям, но в основном они будут приятного характера.
Скорпион. Основным поводом для беспокойства в этом году станут отношения с близкими или любимым человеком. Причем конфликты будут иметь затяжной характер. Весенний период не подходит для инвестирования, но во второй половине года ваша материальная ситуация заметно улучшится, а дела пойдут в гору. Стрелец. Будьте осторожны с финансовыми делами вплоть до наступления осени. Избегайте всяческих рисков и ищите надежные методы для сохранения средств. Возможно падение, но нельзя терять веру в себя. Оставайтесь сосредоточенными и упорно трудитесь. Это поможет вам преодолеть трудные времена. Козерог. Этот год будет полон сюрпризов. Как бы вы ни хотели спланировать все заранее, обстоятельства то и дело станут вмешиваться в вашу жизнь. Причем это коснется не только профессиональной сферы, но и личной жизни. Во второй половине года возможны финансовые неприятности. Водолей. Ожидаются как взлеты, так и падения. Возможно, что вы прекратите общение с кем-то, кто был вам дорог. Год подходит для обучения, развития карьеры. Во второй его половине трудолюбие и ответственность помогут вам добиться хороших результатов в профессиональной сфере. Рыбы. Немного пробуксовывающие дела в начале года впоследствии станут идти по плану. Возможны переживания из-за личных отношений. В любовных делах стоит быть предельно тактичными. В течение всего периода могут возникать проблемы с самочувствием, появятся скрытые заболевания. Пусть в новом 2016 году звезды дарят вам только положительные прогнозы. Но помните, звезды дают советы, а решение принимать вам.